Пиши, моя старушка. Здравствуйте. Добрый день. Остановил вас за то, что вы ПДД нарушили. Какой именно? Эти вопросы задавать. Надо ближний свет фар включать у нас по правилам дорожного движения. 19.5. Документ, пойдемте. Давайте я здесь посижу, пожалуйста. Я вам сюда не понесу. Почему? Что мешает? Что вы говорите? А что мешает принести сюда? Я вам не обязан сделать, молодой человек. Секундочку. Еще раз вам объясняю. Я не обязан вам носить для подписи постановление в машину. Секундочку. Я обязан выходить из машины? Для вставления административных материалов, да. Нет. Ну, сидите тогда. Хорошо. Я вам еще раз говорю, я вам постановление не понесу на подпись. А представьте, пожалуйста, и документы ваши, если можно. Жунов Игорь Юрьевич. Ага, давайте. Что давайте? Удостоверение. Я вам еще раз объясняю. Пойдемте, если хотите, я вам зачитаю. Есть такое положение. Игорь Юрьевич, будьте любезны. 185 приказ есть, правильно? Да. Я его изучил. Изучили? Да. Там написано. Да. Что я не обязан выходить из машины. И не выходите. Вот. И нигде не написано, что я вам обязан сюда ходить. Кратчайшие сроки. Правильно? В кратчайшие сроки. Будьте любезны, пожалуйста, оформите ее. Я подпишу. В машину документы предъявите? Да, конечно. По доверенности говорите? Да, у меня доверенность. Ну и доверенность говорите. Вот, и потом мне нужно видео доказательств того, что я ехал без включенных фар. Хорошо? Видео доказательств. Сюда принести видеокамеры, носитель вам сюда принести. Если можно, да. Я бы хотел посмотреть. У нас не получится так сделать. Почему? Разве это мои проблемы? Что вы говорите? Разве это мои проблемы? А это мои проблемы. Ну, выходит ваш, раз вы не можете. Нет, я не обязан ходить. Ну, сидите. Хорошо. Сколько времени понадобится вам, уважаемый? Для составления протокола. В котором я впишу свои комментарии. Он что, протокол писать надо? Ну, а что вы хотите? Правонарушение постановления составляется, а не протокол. Не, секундочку. Как постановление? Постановление сразу нашел. Да? А защитник? Я требую защитника. Какой защитник? Который будет меня защищать? Я не могу предоставить. Ну, вы обязаны? Нет. Нет, я секундочку. Я не требую. Я требую протокол, который я обжалую. Пожалуйста, я вам составляю протокол. Да, вот. Я сразу к нему постановление вынесу. Нет. Я требую протокол. Как вы можете требовать от меня что-то? Поверьте, я требую протокол. Вы будете смотреть время? Да, я посмотрю, принесите. У меня нет такого. Секундочку, а как? Нет, секундочку. Если у вас нет такой возможности... У нас все стационарно установлено. Как я вам сюда могу принести? Не знаю. Давайте. Извиняюсь. Так, инспектор ходит, гуляет, фотографирует мою машину. Кстати, сейчас можно, знаешь, что попросить? На документы на фотоаппарат. Зачем? Потому что это, если это... Я буду... Будете в протоколе писать, что машина? Или сразу я по НДК останавливаю, сейчас пока здесь есть машина, вы в присутствии откажетесь и все. Нет, я подпишу протокол. Я подпишу его, пожалуйста. Подпишу протокол, напишу, что я там. Сразу говорю, вынесу. Да, и плюс у меня будет еще просьба, чтобы вы вписали в протокол данные этого фотоаппарата, плюс его бумаги. Нет, это я не буду вписывать. Почему? Что мешает? Зачем? Это, инспектор. Понимаете, это нигде не требует от меня никакой нормативный акт и документ. Это ваш личный фотоаппарат. Тем более. Погромче скажите, что это ваш личный фотоаппарат. Что вы говорите? Погромче скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, погромче. Пойдемте, чтобы... я вам предъявлю ага. Фотоаппарат. Это служебный фотоаппарат. Нет, вы сказали, что я личный. Я вам еще раз объясняю, что фотоаппарат служебный. Вы сказали, если что это даже личный. Если даже он мой личный. Так. Если даже он мой личный. Так. Я что, не могу фотографировать? Меня нет, я частное лицо. Я вам еще раз объясняю, что фотоаппарат служебный, вся документация на нем находится в 14-м спецбатальоне дорожной патрульной службы. Правильно? Вам самому не смешно? Мне нет. Вот, а мне смешно. А что смешного в этом? Вы несете протокол? Протокол несете? Сейчас пронесу, естественно. Давайте. Сейчас я жду. Напишу его. А вы еще не написали его?
А как же? А что ж такое? Вот что так быстро не может произойти? А что мешает? Пока проверили, по базе данных. Ну и как, проверили? Да, все отлично. Замечательно, я знаю. Давайте. Где телефон? Скажите, пожалуйста, телефон, по которому можно обратиться. Я на вас протокол составил, не переживайте. Мне нужен телефон. Послушайте, мне нужны данные о вашем месте жительства, ага. Место работы. Протокол, потому что это необходимо занести. Ага. Вы, как бы, я вот да, я сейчас телефон перепишу и пойдемте, я вам все продиктую. Хорошо? Какой телефон? Мне нужен телефон, куда я могу позвонить, почему меня держат, на каком основании. Нет, я на вас протокол составил. Да, но почему так долго? Тут мне на времени не отведено. 20 минут прошло с момента остановки. А кто сказал, что не отведено времени? Кратчайшие сроки написано. Срок кратчайший. Да? Я вам говорю, все составлено, не переживайте. Ну телефон где? Позвони, Илюхе, Серега, я знаю. Одну. Да. Позвони Илюхе, он тебе скажет, Серега, я вот, протокол пишу. Все, вижу. 42, 20. Да. Все, вот все составлено, не переживайте. Давайте, хорошо, приходите, вы я вам все... Вы в состоянии мне да. Продиктовать место жительства ваше? На сколько у вас проживает? Да, я подходите, я про паспорт вам все прочитаю. На посту 52-го километра, вот ГАИ. Меня остановил сотрудник ГИБДД. Говорит, что я якобы ехал с выключенными фарами. Я попросил предоставить какие-нибудь данные, что я ехал с выключенными фарами. Он отказался, забрал у меня документы и сказал, чтобы я шел за ним на пост. Я отказался идти на пост. Вот. Он сказал, что будет делать документы ровно столько, сколько ему удобно. Время у него не регламентировано. Я хотел бы узнать, так ли это. Фамилию сотрудника назвать? Фамилию вашу, будьте любезны. Лизунов моя фамилия. Лизунов его фамилия. Да, Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич. Старший лейтенант милиции. Полиции. Вы мне адрес продиктуйте, место жительства. Кому вы позвоните? Ему? Ну, он рядом со мной стоит. И он у меня адрес. Для составления протокола необходим ваш адрес и место работы. Вы сейчас ему перезвоните, да? Хорошо, я жду. А Московская вы... область. Я понял, что Московская область. Раменский район. А что, в правах не написано разве? Нет, в правах адрес не пишется, к сожалению. Место рождения пишется Республика Дагестан и все. Ага. А, ну все тогда. Я же паспорт с собой не обязан носить. Не надо, что для составления протокола. А вы его почему пишете на какой-то листочек непонятный? Я сейчас пойду в протокол вписать. Так несите, вписывайте. Я там буду вписывать. Нет, давайте здесь это делать. Не протокол, бумага серьезная. Да вам еще раз объясняю, молодой человек. Да. Адрес проживания. Несите, я хочу, чтобы вы не писали в какую-то бумажку мой адрес проживания, а писали его в протокол. Я настаиваю, инспектор. Илья, пойди сюда, пожалуйста. Место работы? Да, но протокол необходимый. Да, отказался дать информацию. Есть такая графа? Все, давайте пишите. Статья 51 Конституции, вы можете от всего отказаться. Знаете же об этом? Да. Правильно? Конечно. Но у нас ничего в этом нет, удивительно. Адрес проживания, мне протокол необходим. Несите протокол, будем вписывать. Потому что я сейчас напишу объяснительно. Место работы, с ваших слов, работаете или нет? Отказался дать информацию.
Ивановская область, Раменский район. Отказался дать информацию. Ну, ее в компьютер туда отправляют. Давайте. Ну, я пойду туда. Давайте. Статья 51 Конституции гласит о том, что вы вправе не давать объяснений против себя и своих близких. Угу. Я вам ее разъяснил? Не полностью. Это все? Это все, да. Угу. Будете расписаться за 51 статью Конституции? Далее. Там три галочки. Так. Нет, это для начала. Что за 51-е? Если вы за это расписываетесь, то пожалуйста. Хорошо. Вот, за это одну галочку. Будете ставить против себя? Буду. Ставьте. Так, ну я потом сразу все поставлю на двух листах. А, ну хорошо. Давайте. Здесь вот одна галочка стоит, это объяснение ваше. Да, сейчас дам. То есть объяснение лица в отношении которого нужно дело. Правонарушение. Здесь у них вот это вам сокрафа. Далее идет, что место рассмотрения правонарушения по месту совершения, так как это суд никуда не направляется, это я. Как инспектор, я требую защиты. Я вам говорю, я рассматриваю материал. Ну что ж. Вот. Царь и бог. Нет, ну что? Дальше, что вы с протоколом ознакомлены, ну это вы сейчас ознакомитесь, я надеюсь, галочка за это распись идет. Есть? Визитки ваши стоят? Да. Так. И копию, если вы ее будете получать, то вы... Буду, конечно. Конечно. Пожалуйста. Давайте. Так, смотрите. Слушаю. Дубин Андрей Валерьевич, я. 15 марта в 15:50. Где я писать начал протокол? Да, а остановили вы вас во сколько? А там это уже дальше написано все. Далее. Далее. Я просто... Так, Лизунов. Игорь Юрьевич. Игорь Юрьевич, это вы. Номер 502987. Замечательно. Сходится. Ребенок не наш, да? Дубин Андрей Валерьевич, это я, Дагестан. Это родина моя, да. Так, дом 1, квартира 75. Да? Нашли. Отказался давать показания. Информацию. Информацию. Ну, да. Водительское удостоверение мое туда-сюда. Так. Шкода. Да, да, да. О, аврал. Это ничего лишнего, нет. Так вот, что где тут написано-то? 15 марта 2011 года в 15:40 МО Раменского района. Донино. Донино. Так как здесь не населенный пункт. Угу. И дальше пошло, что 30 километров дорога Москва-Касимов управляла автомашиной без ближнего свет фар. Нарушил пункт 19.5 ПДД Российской Федерации. Скорость установлена по статье 12.20 Кодекса об устранении правонарушений Российской Федерации. Все. Так, а штраф какой, где, что? А это же он по постановлению, в протоколе, не указывается. Нет. Почему? Вот оно, постановление. А, вот. А вы сразу постановление сделали? А как же, это я выношу постановление. Ага. Ну хорошо, давайте я его почитаю. Нет, ну сначала протокол. Ну, протокол прочитал. То есть можно дать объяснение, да? Обязательно. Замечательно. Вы можете не давать. Нет, я дам. Давайте я дам. Давайте я напишу, что протокол составлен со слов инспектора. Ну, пожалуйста, вы что хотите читать? Да, 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 давайте, давайте. Это мне вообще, это, как бы я к этому, это же ваше объяснение. Вы хоть напишите, что это вообще не вы. Вы, как бы, как вы объясняете, ваше объяснение. Так, никаких. Ты что, считать нужно? Ты... Да, да, я пишу. Нам еще пустую строку прочеркнул. Фото. И видео. Инспектор. Не предоставил. Требую защиты. Защита.
Что, проходной как? Алло? Да. Здесь вот, чтобы ничего, никаких дописей не было. Вы что? Там не надо делать. Почему? А что? Да, я знаю. Букву Z? Нет, вы там не надо. Нет, вы сделайте. Это, понимаете, от меня не требует черкать протокол нигде. Хорошо. У вас же копия будет, что вы переживаете? Так, свидетели я же могу вписать, что мы ехали с фармой? Нет. Конечно. Ну, давайте не будем трогать. Ну, вы как считаете нужно. Так, хорошо. Вот меня требуется, я все написал. А дальше так, вы смотрите, сами. Смотрите, мне разъяснили, да, что я... Вы можете отказаться, нет, что... Нет. Давайте. 51 статья по уголовному делу, по административному, по любому. Так. У меня здесь мама моя, то есть, по идее, я могу маму... Нет, подпись здесь... лица, копия протокола получил, верно? Надо подписываться. Вы ее будете получать? Да, конечно. Получаю? Нет, сначала... Нет, вот, я получаю? Мы знаем, на какой срок она нас кладут. Нет, секундочку. Там написано «получил». Ну, у вас, наверное, на копии не будет этой росписи вашей. Почему? Я распишусь. Пожалуйста. Давайте. Я сначала получу. Нет, да. Да. Ну, завтра, правильно? Я сначала. Слушай, внимательно. Что с протоколом вы ознакомлены? Вот такая галочка. Вот здесь вот прочитайте вот это. Что с протоколом ознакомлены? Это я знаю. Вы ознакомлены с протоколом? Вы же читали? Это мне сказали. Вдруг вы скажете, что я туда данные неверно указал. Ну, да? Вы ознакомлены? Ну, верхняя одежда, потому что должен как по улице же быть. Да, да. Все, давайте дальше посмотрим. Стоп. Ага. Так. Да, дальше. Я с мамой. Ты крепишь или нет? Вот, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. Ну, я поняла. То есть, по большому счету, на завтра день у нас есть кому остаться. Так, стоп, а 25-е КАП вы не разъясните? Что? 25-1 КАП разъяснили мне? Что с протоколом вы ознакомлены? Ну, права и обязанности. Все подойдете? Все подойдете? Там написано права и обязанности инспектора. Что вы можете предоставлять свидетели, заявлять когда-то. Вот и говорите. Нет, правильно? Я к тому, что выполняйте свою работу. Я выполняю свою работу. Вяло как-то. Ну а что ж вы? А? Вряд ли вы пройдете аттестацию с такими жалобами. Вполне возможно. Вот видите, вот здесь все это указано. Вижу, только вы должны мне это зачитать. Это давайте, я слышу. Да я вам зачитаю. Давайте. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу администрации правонарушения. Праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайственные отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Дальше. Дело об административном правонарушении рассматривается участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об нарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае предусмотренных правда? Что вы хорошо. Можете заявлять. Я уже расписался, это, ладно. Все. Ну, давайте мне копию протокола. Так, что вы ознакомлены-то расписались? Ну да, разъяснены, ознакомлен. Так, с копией протокола. Угу. Блин, что проводить в отношении вас дело представлено правонарушение. Возбуждено, да? Хорошо, я сейчас там напишу свои комментарии. Копию вам сейчас выйдем? Давайте. Угу. Давайте копию. Да. Так, вот протокол получил. Да я знаю. Я вам выдал, да, держите ручку. Сейчас. Сейчас, секунду. Алло. Да, я на посту ГАИ. Я с Маргаритой. Ну, тут я приеду, расскажу. Давай. А что случилось? Хорошо, давай. Давай. Я сейчас приеду, давай. Так, копию протокол получил. А что вы копию получили? Да, получил. Подождите. Так, давайте вот это. Постановление. Угу. Постановил. Угу. 100 рублей. Ну там так ответственность предусмотрена. Угу. 100 рублей штраф по 12.20. Угу. Угу. Так, и когда дата вступления в законную силу? 10 дней, да? А где я могу написать, что я требую защиты? Постановление. А здесь это постановление, это не указывается. Почему? Я не знаю, такие бланки разработаны. Не, а почему вы пишете постановление, когда вы написали протокол? Что вы говорите? Я обжаловать буду протокол. Какое постановление вы пишете сейчас? Ну, обжалуйте. Все, значит, ничего не подписываю. Ничего не подписываю. Держите. Ну, какие проблемы вообще? Нет, я протокол я буду обжаловать. Будет написано жалоба на имени Яскина. Пожалуйста. Вот, со всеми данными плюс фильм. Я понимаю все. Я могу получить свои права? Давайте.
Водитель удостоверение. Да. Без внешних повреждений. Ну естественно, какие повреждения могут быть? До свидания.